Конечно, в этих условиях, когда Россия движется, то есть финансовый капитал есть, дальше что, в политике, закручивание гаек. У нас в 2014 году легко, 1 мая, 7 ноября проводили митинги левые там. Те же там националисты проводили 4 ноября, там либералы свои там марши мира проводили. Можно по-разному к ним относиться, но тем не менее, да, это все можно было делать. В конце концов, там, я не знаю, одиночный пикет, пожалуйста, сколько угодно. Да, сегодня у нас вообще невозможно какую-либо акцию, вообще-то, что левым даже, что правым провести, если она не прокремлевская.